Наталья Нордман, вторая жена художника Ильи Репина. В 1903 году они поселились в 40 километрах от Санкт-Петербурга в поселке Куакало. Усадьбу Репина Пената посещало много гостей – Горький, Маяковский, Чуковский. Для них организовали репинские среды. Хозяйка была вегетарианкой и сторонницей раскрепощения прислуги. Развесив по дому плакаты «Прислуга, позор человечества, все делайте сами». На обед подавали капустные котлеты, овощные супы и отвары из свежего сена. Под запрет попали рыба, молоко и яйца. Репин убегал к соседям полакомиться бифштексом. Выступив против меха, Нордман сшила пальто из мешковины, набив его сосновой стружкой. От холода получила пневмонию и обострение чахотки. Без лишних вещей, взяв деньги только на проезд, уехала в Швейцарию на лечение. Но помощи оно не принесло. Умерла в 1914 году.